кукуруза росла, огурцы росли. А зараз тут потоп, ничего нету. Началось это все уже несколько дней назад. Никто не сделал никаких выводов. И по сей день та же самая ситуация в третий раз уже повторяется. 30 числа было тоже такой же самый потоп, но меньше было, успел дождь остановиться. И мы уже силами водоканала откачивали и бочками, и уже использовали технику водоканала. Благодаря, как говорится, нашей реконструкции есть насосы, которые могут работать в воде. Вот это нас немного спасло, и они выполняли свою работу. Сейчас насосная станция полностью остановлена. Все в кабеля, все, что есть там внутри, все затоплено. Ну, воды було сантиметрів 20-30 у подвір'ях, у окремих подвір'ях, не у всіх. Для людей, ну, во-первых, відключення води, тобто Халявин відключен, тут диспансер відключен і район ЗАЗа, це повністю відключили. Ну, звісно, каналізація, проблеми будуть, ну, водопостачання то не буде, припинено буде використовувати воду, яка вже підвозиться автомобилем, ну, я думаю, що как-то решат вопрос уже. Ну, пока не откачается это озеро, пока мы не доберемся к оборудованию, как оно себя будет вести, никто не знает после того, все это затопленное, сможет ли оно работать, потому что оно все в воде. Дай бог, что подадим питание на станцию, и все оно, те насосы, которые в воде, будут качать. Вот, если не получится, тогда придется тут все дренажными насосами и бочками, и все, пока вот это все не выкачаешь.